Всем привет! Мы сейчас находимся в Ростове. Всем привет! Мы сейчас в Ростове собираемся лететь в Тбилиси. В Тбилиси! К грузинам. Есть хачапури и баклажанки с орехами. Короче, мы сейчас доехали до аэропорта ростовского. Зацените, какие тут ништячные кони. Юля сказала, что это... Я не говорил ничего. Что это мальчик и девочка. И еще тут есть вот такие кони. Но это по-любому мальчик и девочка. Они играются. И офигенная погода. Короче, вообще тепло. Теплее, чем в Волгограде. Сейчас градусов 10. Вот наши шмотки. Вот это мой новый золотой рюкзак. Он офигенный. Там вообще все помещается. И он золотой. И офигенный. И опять я смотрю на статую лошадей. Мальчик и девочка. У нас с Юлей разные места. Меня посадили в самый конец самолета. Юля сидит где-то там на четвертом месте. Причем рядом с ней никого нету. Сидит там, кайфует. Победа очень хорошая авиакомпания. Но стюардессы злые. Не разрешили нам поменяться местами, чтобы я с женой сел. Начинаем взлетать. Наш телепортер начинает свое перемещение. Короче, мы прилетели в Тбилиси. Сейчас надо найти Юлю, потом получить багаж. Погода на улице вообще отличная, 9 градусов. Правда, сказали, немного ветрено. О, вот и Юля. Привет. Как у тебя прошел полет? Сейчас багажик получим и... Можно будет на автобус. Пойдем вон обменяем, типа, короче, 20 нам на проезд хватит, там видно будет. Вон курс валют. Мы сейчас поменяем по курсу 2,445. Здрасте. $20 же можно, да, поменять? Сейчас, короче, 20-ку поменяем. Че, сколько получается? Короче, 48 лари. Где-то тут, справа или слева. Не, мы на автобусе. Бля, смотри, какая тут четкая полицейская тачка. Вообще огонь, смотри, что. Блин, офигенно. Не такси, сейчас автобус, 37-й автобус. Автобус, короче, ходит каждые полчаса, а вот бас написано. Еще ли такси моя? Не, на автобусе нормально. Автобус нету? Да, конечно, нет. Что, здесь остановка? Пока мы стоим, ждем автобус. Таксисты пытаются нас уговорить поехать дешевле. Вот он, короче, уже идет. Стоимость проезда. Ты готова, Юль? Пол лари, 50 тетри. А на такси мы доехали где-то за 25 лари. То есть супер экономия. Вообще существует три способа добраться из аэропорта Тбилиси в центр города. Это электричка, такси и автобус. Стоимость проезда в электричке пол лари. Но большим недостатком является то, что она ходит всего два раза в день, утром и вечером. Такси является самым быстрым способом, но надоедливые местные таксисты могут заломить цену до 50 лари. Если все же скорость для вас является решающим фактором, помните, максимальная стоимость проезда до центра 25 лари. Автобус же считается самым оптимальным средством передвижения, так как он ходит каждые полчаса. Его маршрут пролегает через все ключевые станции метро, такие как Аблабари, Площадь Свободы и Руставели. И стоит он всего пол лари. 50 тетри, да? Включить специальный аппарат. А какие у вас тут? А еще нет, мне не дашь? Нет. А можно этим? А бумажные можно? Нет. А как здесь? Меночные надо. В сумме? А у меня больше нет самого. Вот это потом. Не, а нас двое на самом еще. У нас двое, это две лари. А, вот лари. Один лари, да? Все, понятно. Блин, вообще классная тема. Спасибо. Очень вежливый билетер. Что-то билет дали? Автобус 37, проезд 50 тетри. Юль, что ты думаешь по поводу этого билетика? Старшее поколение, ну, те, кто Советский Союз застали, да, молодежь больше на английский ориентирована. С учетом того, что туризм из России, из Украины, Беларуси активно развивается сейчас в Грузии в последние годы, то молодежь на русский язык тоже стали делать определенный акцент. И еще я хотел показать офигенную, смотрите, тему. У них, короче, рядом с каждым сиденьем USB. Входы
для там подзарядки телефона или камеры. Разница с московским временем час. То есть мы прилетели по московскому 17:30, полтора часа летели. А здесь уже 18:30, уже так и вечереть начало. Да, зелени очень много, то есть вообще с нашим мартом не сравнить. Уже абрикосы зацвели. Вообще шикарно. У нас это будет не раньше, наверное, конца апреля. Он, короче, напротив, блин, видно, но, наверное, вон цветут, сейчас попробую показать. Вон, вон, короче. Деревья уже прям зацвели, вообще круто. Подскажите, а остановки объявляют? Нет. А как я узнаю, что я до Аблабари доехал? Да, у меня тоже есть. Ну, вы тоже на Аблабари вместе? Приехали на нашу остановку Аблабари. Да, я забыл чемодан. Так, выходим. О, блин, прохладно на улице. Но воздух такой офигенно свежий, прям шикарный. И я хочу показать. Ну да, ветер не очень. Блин, а где, почему слушай, не видно? Реально Чехия. Подожди, а где Эйфелева башня не видно? Вы тут что, ехали? Короче, на горе офигенно крутая, подсвеченная, похожая на Эйфелеву башню. А, вот Эйфелева башня, короче. Сейчас ее будет видно. Вообще, вон она на горе, супер крутая тема. Пахнет шашлычками. Пахнет, да, какими-то... Таким мясным чем-то, типа шаурмой. Ну, шашлыком, да. Вообще круто. Блин, мне очень нравится. У нас чучело по оптовой цене. Вообще жесткий маркетинг. Скажите, объявление на магазине висело такое на бумажке просто написанное маркером. Такие старые прям дома. Вообще очень круто. Вот прям за поворотом оказался наш гестхаус. Вообще крутая тема. МКХТ Терн 12. Сейчас зайдем, заселимся. Или думаешь, надо? Я не знаю, попробуем, может открыто. А, да тут открыто. За, закрой дверь, у меня чемодан в руке. Здрасте. Здравствуйте. А у нас забронировано у вас. Ну. Вы нас ждете уже? Да, приходите. Вообще отлично. Да, идем сейчас. О, очень круто. Здрасте. Вообще у вас очень классно здесь. Нам надо разуваться? Нельзя ходить. Нет? Не надо. Супер, вообще вот можно в баскетбол поиграть. Все можно. Вот телевизор, вообще все супер. Смотрите, а как нам сейчас оформляться же, да, нужно? Я знаете, к чему это говорю? Мы просто в аэропорту поменяли только $20, ну чтобы там на ужин сегодня хватило. А у вас хотели спросить, где лучше поменять? Ну и как вообще с вами рассчитаться? За сколько поменяли-то? Да там что-то мы быстро 2, 445. Как-то... Ну, 2.50 так. 2.50. Это доллар, да, если? Ну, ты? Если вы будете, да, 2.50, да, 1 доллар, 2.50 лари, да. Здесь, смотри, тут ленивец сид. Блин, вообще крутой чувак. Давай сделаем семейную фото, потому что ты, я и ленивец сид. Пойдем. Ну, пойдем, да, заселимся. А куда нам? А нам наверх? Так, все, мы идем сейчас заселяться в наш номер. Классная деревянная лестница. Я достал этот чемодан, быстрее бы его скинуть уже. О, ты будешь с нами? Короче, с Юлей будет друг ее теперь жить. Ой, осторожно, не трогай лучше этот аппарат. Лучше не трогай. Пойдем надо есть. Оформиться, переодеться, разобрать вещи и найти, где перекусить. В Тбилиси огромный выбор кафе и ресторанов, где можно попробовать местную кухню. Лучше всего выбирать заведения в стороне от туристических маршрутов, так как цены там ниже, а готовят обычно вкуснее. Но если голод диктует свои правила, то можно заглянуть и в первый попавшийся и откровенно туристический ресторан. Например, Old Metehi. Очень эпичное место. Оно хоть и туристическое, но оно находится в списке рекомендуемых для посещения. Отсюда открывается просто шикарный вид на крепость Нарикала. Я не знаю, если сейчас будет видно. Здесь панорамные окна. Юле принесли хачапури, томатный суп, а мне порцию шашлыка. Блин, такие денежки прикольные. Значит, двадцаточка и это пятерка, 5 лари. 45 лари за ужин. В общем, крутой ресторан,
все понравилось, очень вкусно было, огромные порции. А еще у них здесь есть живой попугай, который сидит в клетке и орет. Сейчас надо его найти. За кто там? Покажи мне зеленого попугая. Блин, вообще не вижу, покажи. Ну вон. А, вон он, вообще классный. Блин, ну спать, наверное, пора, все, закрывай. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И тогда за вами не придет надоедливый таксист.